Всем привет, ребята, с вами я, Майнбук, и сегодня я вам покажу новую постройку, мою постройку, Darkstar. Ну, это постройка на другом аккаунте, не на моем обычном. Вот, это не туториал, здесь вообще ничего нет из туториала. Ну, здесь используется вот баг, как вы видите, лог вот этот. Он выглядит как реальный из Топгана. Но он взлетает вот так вот. Маневренность у него, ну, нормальная, конечно. Ну не как у сухого 157. Но скорость хорошая зато. У него есть пулемет и ракеты, который хорошо работает. Ну, пулемет я максимум сделал, мощь, и ракеты я максимум запихал. У него еще есть вот такая вот штука. Это когда он очень разгоняется, он начинает нагреваться, и он встает оранжевым таким. Ну, из-за огромной температуры. Я вам покажу сейчас его в бою, если я хоть что-то смогу ним убить. Я в PvP не про. Но в стройке про. Вот это танк, конечно, немецкий. Ай! Ну, о, я подбил танк. Сейчас я к нему подлечу. Не-а, не получилось. Сейчас мы попробуем его уничтожить. Но он огромный, броня огромная. Не знаю. Это Darkstar. Вот такой вот эффект, что он нагревается. Это просто здесь надо блок света поставить, и все. Это все. И вот там надо настроить на максимум, короче, яркость и просто на букву какую. И все. И вот это все работает. Он сделан не по туториалам, я сразу говорю. Ну вот так вот он выглядит в режиме строительства. Не так, как в режиме постройки. Ну, я вам показал все, что он умеет. Ладно, ребята, это видео получилось коротким. Но всем удачи, всем пока.